Доброе утро, братья и сестры мои, возлюбленные во Христе. Рад вас всех снова приветствовать на своем канале. Давно не записывал никакие видео. Вот сегодня с утра пришел в свой любимый парк на место своей молитвы ежедневной. Вот. И решил, что надо спеть для вас одну песню, замечательная песня. Вы знаете, есть такая группа «Синай», которая в свое время довольно часто выступала на собраниях Московской Церкви Христа. Сегодня я не знаю, где они, что с ними. Надеюсь, что с ними все в порядке. Но песня живет, песня прославляет Бога, поэтому хотел поддержать вас, спеть эту песню. Надеюсь, что вы тоже будете петь ее каждое утро и каждый день, приносить свою славу для Бога, возносить свои хвалы, свои молитвы во имя Господа нашего Иисуса Христа. Создай во мне, о свят сердце Бог, дай мне познать твои пути. Свой дух вложи, петь песню учи, в крылах твоих укрой и сохрани. Будь вечно в нас праведность, мы умрем для греха, воскреснув в тебе, родимся вновь благословением в любви. Создай во мне, о свят сердце Бог, дай мне познать твои стези. Свой дух вложи, петь песню учи, в крылах твоих укрой и сохрани. Будь вечно в нас праведность, мы умрем для греха, воскреснув в тебе, родимся вновь благословением в любви. Вот так, дорогие мои возлюбленные, благословляю вас, благословляю этот день, благословляю вашу трудовую рабочую неделю. Пусть вся слава будет нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь.